привет! С вами я, Ниагара. Мы продолжаем играть операцию Raccoon City. Итак, у нас глава «Расходный материал». После того, как волчья стая восстановила Немезиду и казнила всех уцелевших бойцов Старс, ей оставалось уничтожить улики в городском полицейском участке. После этого, если не будет найдено новых выживших, группу ждет эвакуация. Начнем. Такой совет. Найдите, используйте зеленое растение. Это оно как бы, да, логично. Брифинг сначала. Не знаю, почему в роликах так тихо. Да. Ну вот так. И я взяла себе автомат, да, там у меня, по-моему. Нет, пулемет я взяла себе. Да. Я уже забыла. Что там покупала себе на очки. Ну-ка. Это что такое? Так. Но зомби-то это оно понятно. У нас вообще другое задание. Мы должны зачистить участок от выживших, от свидетелей, которые могут что-то рассказать. Ой, здравствуйте. Так, что там у тебя? Гребет он ко мне тут. Медленно и печально. Вектор отстреливается. Ой, пытался побежать. Что за звуки? Вот у меня нет места для граната. Берите вы. Не берете? Ну, ладно. Я думала, может быть, тут что-то есть. О, печалька какая. Так, да, вот данные. И еще спрей есть. Хорошо бы кто-то из вас взял. Я не устаю печалиться от того, что они не умеют брать субсами эти самые. О, господи, спреи. Да блин, ты-то откуда тут? Со спины с моей взялась. Так, подождите. Так, так. Прикрывайте меня, я же ничего не вижу, кто где там еще. Бегает. Да, здесь такая отдача, что у меня прицел уходит. Ну чё, все целы, все живы. Мотоцикл, что ли, пикает? Я подумала. Да, так бодренько они вывалились. Казалось бы, должны были только из двери, но полезли со всех сторон. Так, там нет нифига. Я все данные собираю. Да, вроде пока тихо. Собак нет. Так, ты о чем, дорогая? К9. Все, я поняла. Кого ждать?
Здесь клетки были с животными, с собаками, их нет. Та-дам! Сюрприз! Ладно, пошли дальше. Будем ждать нападения. Что такое? Какая музыка? Shit! Dogs. Где? А, вижу. Ух ты! Подожди, подожди. Это чё это она так скачет-то? Резво. Причем одна. Или вы что, вторую вольнули? Пойдем туда любопытствовать или нет? Нам по сути-то наверх. Но мы тут еще пошаримся. Там может быть что-нибудь валяется. Здоровье полное. Надо же, никто не тяпнул. В помойке никаких разведданных важных. Ну ладно. В общем-то, хорошая локация, но полезного для нас ничего нет. Так, этот уже не устанет. Ой, красота. Боеприпасика взять. Тебя ждете, да? Прям похоже очень вот этот вот второй этаж, вот это место, на то, где Леон бегал. Так. Внутри. We've entered the police station. No sign of survivors. The intel you're looking for is in the police chief's office. Take care of it. Да. Этот тигр, боже. Как я все это обожаю. The intel should be in that office somewhere. Его самого нет, да? Хорошо. Символ Рок-Сити. Опыт мы получили. Here we are. That's it. Now we can get out of this shithole. It's about time. Management has been getting nervous. That should be it for Raccoon City. No one's left to expose us. Now get out of there and we'll arrange your extraction. Тихо-тихо, что там? Так вы отойдите от двери, господи. Ты что вы творите такое? Сейчас. Ты не лез бы на рожон-то. Ножом, конечно, лизуна, давайте зарежем. Почему нет? Вон, еще один, ага. Да... Чё ж ты встала только? Чё, он живой, что ли? Офигеть. Слушайте, а как они через запертую дверь лезут? Респаунится один и тот же, по-моему. Офигеть. Так. Пока там... О, боже, ну шипят. Лучше мы вот так вот не будем дожидаться, да? Пока придут. Еще эти. Лизуны! Ах ты, паразит какой! Я хотела тебе гранату бросить. Так, ты что сделала? Не то, конечно же, абсолютно. Я пыталась гранату бросить. В итоге, короче, подхерила. Молодец. Виктор упал. Так, эти положить. Да тут какие-то бессмертные штука. Так, фу, Вектор. Дружище. Как же так? Be careful, Мэри. Спасибо, что похилила. Дорогая граната. Нет. Места. О, как здорово снова быть в полицейском участке. Так. Ага. Ну что, зачистили?
Вот еще. Здесь, помню, лестницу можно спустить вниз. Угу. А, кстати говоря, что такое? Подождите, что такое? А, он побежал. Там просто эти нужно пополнить мои запасы. Я схожу. Да. Так, подождите. Будем спускаться вроде как. Чисто. Что за звук? Не могу понять. Да ладно. Что там могло происходить? Одна из трех печатная машинка. Дань первым частям. Данные отправим. 100 опыта. Тоже пригодится. Потому что там все, что я, в общем-то, хотела, я уже купила. Ну, как сказать, прокачала. А там остается только очень-очень дорогое. Данные. Так, ну. Вроде как можно уходить отсюда. Мне вот эти все звуки оттуда очень даже не нравятся. Знаменитая статуя. Да, сюда надо было вставить медальончик. Фанаты в курсе, конечно же. О, да. Почему никто не удивлен? Подождите, да не выходите вы на улицу-то. В узком пространстве дверном проще их отстреливать. Нет, они идут на улицу. Ума нет. Я слышу вертолет. Ну ладно, они собираются забрать. Эвакуация. Там, кстати, спуститься можно, может быть, там даже есть что-нибудь. Не знаю. Леон, ты или это? Класс. Старые добрые Леон и Клэр. Delta team, your priorities have changed. Extraction is postponed. Get over there and examine the crash. Подожди, а я тут не могу их пройти, наверное. Там лучше выйти, да? Нет, вы молодцы, что обстреливаете, а нам, наверное, через ворота да, выходить-то. Я думала, там может быть проход какой-то есть. Нет. Что подобного. Так, света шумовая. Как здорово было повидаться. Я, кстати, не буду, наверное, открывать, потому что я сейчас хожу с тем оружием, которое мне нравится. Поэтому ящик тут я открывать не буду. Эти все равно оружие не возьмут. Та-дам. А, это Леон? Да ладно, мы что, не снимем? Поговорить? Нет. Ну, потому что этого не было. Нет! Убить копа? Вы в своем уме? Это же Леон Кеннеди. О, полезно. А как открыть дверь? Открыть дверь. Офигеть!
где? Так, тихо. Что ты будешь делать-то? Так, подождите, отступаем. Что сильно вас там много? Держи. Закидываем гранатами чуваков. Так. Так, слушайте, вы это у меня все в порядке? Вроде как. Что вы со всех сторон-то? Как так можно? Ну, давайте добивайте его. Все. Вовремя он снял. Ой, запас полон. Так, а здесь просто дверка, да? Окей. Где наша цель-то? Я чуть не вижу. Там, да. Мы же вроде как уже не можем с этой канистрой ничего... Ой, канистрой. Да, блин, вы, короче, поняли. Обследовать ее надо было. Все, сюда тогда. Вон он. Леон, давай не будем ссориться. Я тебя очень уважаю. Персонажи игры. Stop shooting! Угу. Хорошо, что ты убежал. Ау! Мы, по идее, не должны убить Леона. А куда? Так вы что нарезались-то? Вы что, взбесились? Его. То есть он, если так вот падает, это еще не все понятно. Блин. Ну тут что скажешь? Стреляй, не машь. А, еще так. Своих тоже цепляю, да? Ой, я. Прям это кончилось, кстати. Блин, так какой ты вешала. Что ты делаешь? Так, вы чё всех-то положили-то? Я ведь не справлюсь тут одна. Это серьезное заявление. Поднимаем. Да нет! Да блин! Господи, я стоит возле него и я не могу поднять. Офигенно просто. Так. Спокойно, спокойно, спокойно. Сейчас отстреляемся. Ага, вектор. Блин, как уже длинный у вас язык, а? Так. Прости, дружище. Ты мне больше не друг. Да что у вас всех, а? Да-да-да-да-да-да-да. Пока, может быть, они до меня доберут, я тут еще конь подниму. Так. Давай. Отлично. Хоть так. Я еще где-то потеряла свой пулемет. Вот он, наверное. Да. Слава богу. Потому что... Чего он так висит-то? Все? Потому что лежал рядом, и я пока это самое... Короче, вы поняли. Пока пыталась что-то там поднять. Напутала с оружием. Так, все. Ладно, отстрелялись. Нет места, вроде как все нормально. Кому надо похилиться, похильтесь. Берут, смотри, конец. We lost them. You lost them? Да. Да. Черт. Готовьтесь, а. Management's run out of patience.
We're going to plan B. Delta team, you're on your own. Ах ты паразит. Fuck plan B. We'll finish the job, we'll sort it out later. Вы сами по себе. Так. Еще что? Откуда? Так там? Я думала, вы еще куда-то стреляете. Подождите. Ух ты! Поняла. У нас тут другие враги. Эй! Тихо, спокойно. Побежала. Так, подождите, с этой стороны у нас никто не нападает. Ой, чисто. Так, он бежит. Нет, присядь. Блин. Снайпер еще сидит. Мне отсюда снайпера не снять. А? Или снять? Целится ведь, а? Попал. Я тоже в него попадаю, правда, далековато. Ай-яй-яй. Блин. Не высовывайтесь, вот зачем бегать, а? Там второй, по-моему, еще сидит офигенно просто. Беги! Лечись! Так, уходи, уходи! Паника! Так. Есть? Жить опять кто-то рычит. Фу, где? Призрак. А, вот, с этой стороны. Вообще зомбачьём, блин, откуда вы берётесь, а? У нас тут свои войны. Ещё эти позы. Так, здесь зачистили. С этой стороны. Вроде нормально. Кто рычит? А, я тебя вижу. Блин, куда ты ушел? Сняли, кажется. А, слушайте. А, хилится. Срочняк. Ну, а что у вас там? Двое? Так, упал вроде. Ой, этого-то только со снайперской сниму. Фиг его знает. Прижмись. Ой, опять подкрепление, блин. Что у вас? Так, ладно. Что-то переговаривается еще. Успевает. Вот так вот не убивать зомбаков сзади вас, а? Чтобы они вас грызли. А, он прикрывает его. Дружок этот. О, побежал. А, вовремя. Да ухожу, ухожу. Это очень медленно, но ухожу. Так, есть. Они еще, кстати, превращаются вот вроде бы медлительно, медлительно, а потом как побежит.